Всем привет! Вы снова на канале On Kill Snake. Мы продолжаем наше прохождение за индейцев. Ну и за индейцев, да, стоит сказать, в фантастическом мире Терра. И здесь у нас с вами битва должна быть. Ребята хотят взять нас штурмом. Мышь. Японцы нас атакуют. Принцессу я отправил со всей дури вот сюда, к кочевникам. Попробую, может быть, с ними о чем-то договориться. Так, генерал на место. И срочно надо нанимать солдат. А, здесь мы и не можем нанимать солдат. Мы ждем, когда у нас появятся эти постройки. Но... В связи с тем, что, в принципе... ну тут у нас нормально. Так, а здесь найм пошел. Ну все, отлично, значит, я в предыдущей серии все правильно сделал. Мне нужен по-хорошему, конечно, дипломат, который отправится за границу. Так, где мой флот? И где мой дипломат? Так, я подозреваю, что он где-то... Нет, я так не найду. Should I speak for you today? Так, давай, братиша, ты давай-ка, наверное, вот сюда. On my way. I rest. Тоже со всей дури пусть ломится. От флота, конечно, бы я отправил один корабль на дипломатические переговоры. Походу так и придется сделать. Ну а в нагрузку к нему надо будет нанять с этой стороны корабль. 510 он будет стоить. Что, в принципе, нормально. Так. Ну, а здесь мятежный город. Здесь мы собираем стек. Чтобы атаковать. Неужели сам генерал попрется? Я, в принципе, делаю кладчиков. Может быть, и они отправятся на поиск, в поисках приключений к городу, который надо захватить. Ладно, давайте сохранимся и сделаем ход. Будет интересно посмотреть, будут ли нас атаковать японцы. Нет. Не атакуют. Дипломатические воины Кукулькана. Куда он мне предлагает сгонять? В принципе, туда, куда у меня и идет он. Еще раз, где мой дипломат? Ёпта, что я его теряю постоянно. My leader. Так, я здесь. А город? Здесь. А я где? А, вот. Здесь. А город здесь. Yes. Все, я понял. On my way. I go Правильно же иду. Да. My leader. On my way. С индейцами, конечно, не очень хочется воевать-то. Так, найма нет, ничего нет. Переобучение ждем. Появление зданий для создания войск. Так, что у нас тут еще? Так, Текскоко. Лучники, копьеметатели. Незакальские копьеметатели. Ох ты, блин. Надо там, где и воинов, и ягуаров побольше. Орлы максимум 3. Здоровье. Ягуары максимум 3. Тоже 1300 всего стоит. Комплекс. А, вот лучники тоже. Ладно, оставлю так. Теночтитлан. Акрополь. Цезакальские копьеметатели. Это какие?
Незакальские. Дальний бой 6, броня 5. Дальний бой 7, броня 9. 120 содержания. Здесь сотка содержания. И в два раза дешевле найм. Ох, ёптать. Ой-ой-ой-ой-ой. Воины Ацтлана. 300 содержания. Нихера, берем. Через 9 ходов только они появятся. О, это что построилось у меня? Большая арена для игры. Мяч. Воины Ацтлана, да, действительно. Большая арена для игры. Мяч. О, максимум 2 воины Ацтлана. 2500 стоит все это мероприятие. Ну что, наверное... Надо на воинов строить, я думаю. Ягуар максимум 3. Найм, мне нужен что, шаман? Посол у меня есть. Пока у него содержание есть. 50. Так, раз, два, три. Наверное, лучники нужны. Урон 1, урон 3. Или прощи. Прощи давай. Вот кто пойдет на штурм мятежного города. Тем временем тут. Ай, как обычно этот баг. С городом нельзя зайти, пока не сохранишься. Так, здесь кто? Ну, давай еще прощи возьмем. При обучении наемники воинами запеки. Да нет, наверное, их надо избавиться. От них точно никакого толку. Лучше нанять еще каких-нибудь обычных пехотинцев. Но и то это будет не сразу. Ну а тут что? О! Сикарокса. Дочь вождя Сикарокса. Ага, давайте-ка сходим к... А, блин, ход-то я не сделал еще. Кек. Ну что, япы, я жду вас. Начинают наши потихонечку вымирать. Японцы настроили уже немало здесь народу. Я думаю, атака будет. Ну, хорошо. Так, вот этих вот парней, наверное, есть смысл соединить в одну бригаду. Ну да, лучше по 100 человек. А, вот, а эти кто такие? А-а-а. 15 человек. Ладно, пускай останутся. Поставлю на стены. Ага, и вот наша... О, Халиси Лаоче. Контрол-С. Сохранится. Халиси ее зовут. Я возвращаюсь. У меня здесь башни, все видно. 5%. 5% это 40 человек вход. А нужно... Тысяча. Ну, через два хода. Пайнальская принцесса это у нас. Блин. Нет. Нет. Ладно, пошли к этим. Кто это такие? Торговый. С них сведения о карте. Разумное. Согласие. Ну надо же. Так, может быть с ними... Может союзик попробуем? Блин. Ну-ка, как они вообще к союзу отнесутся? Взаимовыгодный союз с тахарцами. Ну давай попробуем. Отказ. Нет, не хотят. О, сведения о карте. Ёптать. Вот они где сидят. Демоны. Тем временем надо не забывать про нашего посла, куда я его отправил. Как интересно здесь с десантурой вообще. Блин, так куда? Почему я постоянно теряю-то? Теряю моего агента. А, вот он. О, так он во внутреннем... А, так он во внутреннем море вообще.
Блять. Так, мы с этими разобрались, но хотя бы. Ладно, плывем сюда тогда. Здесь мне проще в Теночтитлане на не. А, даже не в. Ой, блин, какое огромное расстояние. Здесь можем мы сделать дипломата. Да, можем. Вот здесь придется нанять дипломата. Корабль, скорее всего. Угу. Так, вот эти японцы. Я думаю, надо нагнетать. Так, это у меня крестьяне. Ну хорошо, в шаговой доступности у меня город. Тогда в Текскоко нанимаем. Так, эти могут в гарнизоне посидеть. Это пока не нужен. Вот этого посла, его на корабль в ту сторону бросаем. Заодно людей готовим. Переброски. Нихера, воины Астлан. Интересное описание есть? Это настоящие гиганты, как в росте, так и в своей безграничной ярости. Они происходят от ужасного острова Астлан. Их лица и одежды в совокупности с грозными дубинами Макуахуитлями призваны вселить страх в сердце любого врага. Мизакальские легенды рассказывают, что одним только пением эти воины способны обратить в бегство армию. Так, ну круто, круто. Скоро они у нас будут. Что, сохраняемся, что ли? Делаем ход. Блин, ну что японцы-то, блядь? Давай, братва, я жду. Погнали. Ай, блин, шпиона надо было передвинуть, конечно. Опа, Кукулькан сам ко мне пожаловал. Ямика уродина. Подожди, может, союз индейцев, может? Ладно, давай сначала просто договоримся, потом. Карта на карту поменяю, не? Нет, так не пойдет. Что насчет Индейского союза? Отказ? Раздражение. Ах ты грязная крыса. Нет, я не хочу им деньги давать. Ладно, хорош. Да, есть. Есть. Атакуют нас двухзвездочный Джеблай Фудзитака. У нас все-таки генерал, к счастью, здесь на месте. Мулук из Тулуки. Владеет он своим городом. За копеек, и, соответственно, сейчас будет отбиваться. Ну, погнали. Так, ну, в общем, смотрите, я расставился. Здесь поставил, конечно, ребят с дротиками. И я не знаю, просто какое они потащат, какое они осадное оружие потащат. Вот этих ребят я в резерв приготовил. Черт ее знает, как пойдет дело. На всякий случай. Метатели, хранители огня одних в резерв, другие вот здесь на стене. Давайте посмотрим, как будет развиваться атака. Ну, а они прислали с собой, конечно, полное отребье какое-то. Маори. Так, серьезно, конечно, вроде как. Конница сильная. Вот. Суньень, конные стрелки. Телохранители даймё, черт побери. И вот эти все базопейки, вот эти фуень, обязательно. Фули, как без них. Вот и Гена, отчаянный самурай, телохранительный даймё. Это еще у него, значит, еще одни есть. Не очень хорошо. Так, ну дабы наши могли кидать, я им сразу дам возможность открывать огонь. Вот, Маули, хорошие ребята. Надо вот в этих кидать.
сейчас они полезут на стену. Our foes climb our walls. Tell them this is our land and slay them. Так, на стену. А, побежали. Отлично. Нет, боятся. Вон на мезопеке, ждем. Маули, ждем. Вот эти маули. Нет, должны прорваться. А-та-та-та-та. А-та-та-та-та. Патроны кончились. Блин, придется таки сразиться с грязными мезопеками. Ну, смотри, они похоронили. Ну как, не только они, тут хоронили все этих демонов. Меня интересуют мои парни. Из этих стреляют или нет? Спроси. Чтобы они встали плотнее. Так, наши спирманы готовы. У дротики еще в наличии имеются. Не стрелять. Хорош, нет, это дротики, они скорее понадобятся нам для борьбы. Ёптать, я же сказал, не стрелять. Дротики нам пригодятся для борьбы с крупными целями. Так, ну что, попробуем что ли этих на стену. Начали кидать. Лучники работают, патроны есть. Очень-очень знатно работают парни. У них даже патроны уже кончаться начали. Пули. Погнали. Ждем пули. Это очень тяжело взять пехота. 13 защита, но боевой дух высокий. С чем их поздравляем. Давай, здесь осады, конечно, жесточайшие. Так, накидываем прям в толпу в мясо. Патроны есть. Пули вот здесь. Have led our foes well. They have few warriors still standing. Лучники мезопеки. Ну подожгем их тоже. Не должны они вывести. Так, патрончик надо оставить. Все, стоять, не кидаться. Так, полетели метательные снаряды. Что будет делать противник? Так, у кого-то сейчас кончатся патроны. О, какая жалость. Вперед сюда, лучники. О. Так, это у меня прощи должны кидать. Должны кидать еще вот этих, давай тоже снимем. Что-то я не доглядел, оставил их в конце. Так, не накопилось ли у нас тут толпа? Ну, хотелось бы... Так, сейчас они накопятся. Блин, кончаются. Кончаются дротики, спускаемся, друзья. Осады я здесь вижу очень жесткие. Сейчас поднакопится тяжелой пехоты. Можно будет попочивать коньком. Давай сейчас. Да!
Погляди, что творят. Тяжелая броня, 13. Давай накинем еще пару горшочков. О, хорошо. Так, ну пока здесь тупость. Пока тупость, я, наверное, оставлю даже горшки еще. Горшки нам еще пригодятся. Тем временем лучники. Так, ребят, кидают. Ребят, надо спрыгивать. Этих метателей, я думаю, можно отправлять на площадь. Так, лучники, ну лучники, лучники должны уже здесь стоять. Бежали. И пращники, пращники. Не может быть, что пращники стреляли через... через стену. Срочно отправляем их на стену. Все, в эту сторону здесь пошла. Луки пошли. Мне кажется, им нас не одолеть. Сейчас сбоку еще поможем. Со стену и траву какой-то. Опять бегут. Блин, конницы нам не хватает, чтобы проработать такие моменты, как убегающий противник. Готовы. Здесь тоже готовимся. Все, пошла стрельба. О-о-о. Вот, пошла дополнительная нагрузка. Давай-ка раскрути, ребята, свои пращи. Надо помочь ликвидировать. Это что у нас? Джан Ли. Давай, ребят, накручивай. Так, пошли камни потихоньку. Пошли камушки. Да. Когда я смотрю на трудные осады для искусственного интеллекта, я думаю, что будет, когда мы будем атаковать. Но, в принципе, на стенах очень сложно. Ну, по крайней мере, вот в маленьких городах, где узенькие стены. Башни очень сильно кидают. Очень сильно. Ладно, пускай работают. О, это что за трамвай? Смотри-ка, трамвай. Вот это таран. Когда это не успели прикатить такой большой. Ну чё, спустимся, добьем. Спуститесь и убейте их. Какие-то лестницы дефективные. Давай-ка выпустим грязных крестьян. А вот это и дело. Здесь с лестницы вот эта ерунда произошла. Они застряли. Сейчас крестьян выпущу. Так, тут надо аккуратненько. Чтобы ворота закрылись. Бывает такое, такая ерунда, что ворота не закрываются. Надо быстрее переезжать в большие города. Видите этого самурая? Оба они. Это Кули тогда убейте. Крестьян, не жалко. А, все. Хорош, своих перебили уже всех.
Так, а это кто? А! Ёба, ворот-то закройте. Ну что ж, проверим телохранителей в деле. Так, тут кидать. Ёпта, вы еще не начали. Блять, сдрисните, пожалуйста. Вот в этом-то и все, вся и проблема маленьких стен. Все время какая-то ерунда с положением на стен. И то, что... То, что мы, например, я беру большое количество народу в отряде, ничего страшного, но я думаю, можно пережить. Потом переселимся, города здесь, наверное, будут хорошего размера, большого, у наших соседей, например. Это у нас родной город такой, сколько слабенький. Можно с японцами воевать, мне кажется, мы только... Разгон беру. Вот крысы, ворота-то не закрыли. Победа. Продолжить битву. Так, противник отступает. Че, как наши крестьяне отработали. Не упустим возможность. Лепить ему пару камней в спину. Ну и все, японцы убегают. Киньте камень. Опа! Накрыли одного. Все. Убежал. Ух ты, еще одного. Последок дали джазу. Все. Убегают, убегают, убегают. Мерзкие варвары. Ну ладно, все, давай, нажмем. Так, что у нас там? Давай. Героические войны сотни. Но это еще, мне кажется, мало. Мы сували с прощами. Смотри, как хорошо. Стрелометатели сотку. Прощи. Лучники. Это я смотрю, кто накидал сколько. Хранители огня успели накидать 200, 200, а этим я еще, видишь, не дал возможность дострелять. Думал, может, кавалерия побежит вперед, тогда придется еще сильнее сопротивляться возле ворот. Не стал я уж усердствовать, хотя можно было по большому счету сконцентрироваться на пехоте. Казнить Фули. Отпустим. Я хочу отпустить. Кандидат на усыновление. Верность хорошая. Благоволит сам наследник. Наследник. Не, я не хочу, не хочу, чтобы после наследника у меня был наследник. Из другого рода. Вот давайте посмотрим сейчас. Так, обзор 10. Дип сопровождение. Это у кого это? Какамацин. А это какамацин, это. Ну, йотль. А, какамацин. Смотри-ка, он сразу. Сразу получил охрененные какие-то бафы. Давай пройдем через землю испанцев. Так, давай вот сюда. Здесь один кораблик я хочу оставить. А два по плану пошли. Блин, как бы нам не впороться. Ой, блин, карака. Это жесть просто. Если они решат с нами воевать. Миккей. То с кораблями мы, конечно, их не сладим. А, вот у меня шаман здесь стоит. Ну все, здорово. Так вот, про что я говорил.
Так, наши парни отбились. И вот так, кандидат на усыновление. Допустим, прибыль. Например, сохраняемся. И говорю да. Амакуй. Амакуй Ксалотль. И куда он присоединяется? И Амакуй Ксалотль присоединяется к моему вождю. Точнее, к наследнику. Соответственно, если у него с детьми будет... Ну, то есть, династия будет левая. Вот этих Амакуев, Ксалотлей. Зачем они нужны? Пусть лучше родовая идет от Монтесумы. А так это некровная уже будет. Потом он станет наследником, если Монтесума вдруг помрет. Ну, зачем это надо? Я посмотрел в этом... что у нас там было? Где мы, в Испании играли или еще где-то? Там же вообще просто ветка, вообще левые ветки подключились, какие-то кандидаты, вот эти усыновленные, не глядя. И... Нет. Вот. И там уже не король, не королевская династия уже правит, а какие-то левые люди. Совершенно. Так, здесь 50 человек. Фух. Давайте отправлять шаман культ солнца. With the speed of the wind spirits. Yes, leader. Мятежный город, Мезопеки. Что-нибудь строится там? Блин, вот демоны. Ну ладно, там хотя бы порт есть. Вот эти воины, отлично. Так, а те... А вот у нас появился генерал, который не относится к нашей... к нашей династии. Я вам не друг. И очень даже хорошо. My leader. Я не понял, а задание это... А, задание это нет. Yes. Хм. Так, где моя принцесса? А, вот она. Женихов нет. Хм. Может, у них есть в городе жених? Женихов нет. По-хорошему надо выходить в атаку. О, золотые ягуары. Это у нас обычные ребята, их тоже. Все, впритык. Если я возьму всех, оставлю кого? Раз, два, три. Лучников можно ставить. Блин, на следующий ход. О, так, воины Мезопеки. Два пехотинца готовы к нам присоединиться. 25 рублей. А здесь золотые ягуары. Если их оставить в городе, отправиться самим против японцев. Или выдвинуться в два стека. Блин. Крестьян нанять. Если мы выдвинемся в два стека, что будет? Оставим вот этих. А, подожди. А, да. И крестьян. Ну-ка. Конечно, жесть.
Ежедневные бега. Доходы. Ах, доходы. Доходы страдают очень серьезно. Лучше уменьшать налоги. Так, ну этих, допустим, я найму. С этим пока порядок. И выдвинемся на японцев. Пайнальская деревня. А, это наша деревня. Ну что, выдвигаемся, что ли? Yes. Вот, правильно. Нам надо зайти сюда. Потом подойти вот сюда. И вот у нас уже силушка богатырская уже намечается. Блять, надо забыл наемников нанять. Так, наверное, я смогу зайти сюда за наемниками. Грех отказываться. И их, наверное, надо отдать собрату. Ну, мне кажется, по армии полегче. Меньше у него народа. Сохраняемся. Так, ну вот, считай, мы выступили в поход. И еще один поход надо организовать. Так, срочно нанимаем солдат здесь. Типа гарнизонщиков. Можно лучников нанять. Не знаю, насколько они будут эффективны. 100 человек. Ну, хотя, давай вот таких еще возьмем. А то уж очень хорошо они нагибают. Монтесума. Не хочу я Монтесуму, конечно же, отправлять из города. Здесь берем солдат. Убираем крестьян. Выходим. Ну, неужели мы, нам не хватит народа, чтобы расправиться с четырьмя отрядами. Так, раз, два, три. Не, ну здесь орлы. Немножко метатели и толстяки. Нет, идем. Выступаем в поход. И, конечно, придется нам строить таран. Тем временем, без боли, начинаем строить дальше. Строить, давай, вот этих вот дешевых метателей копья. Все, сохраняемся. Ладно. Давайте на этом тогда серию закончим. В этой серии начались три похода. Нам угрожают, я как подозреваю, вот Испания, вот это испанские юниты. Какие-то мулхаджиды с этой стороны снизу атакуют. Ну и японцы, которых, конечно, надо сбросить в море. Овладеть их золотыми приисками и так далее. Кстати, что с шахтами? 420 здесь. А следующий уровень 735. Ну да. Все, давайте на этом тогда закончим. Увидимся в следующей серии. Все, всем пока. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты и подписывайтесь на канал. Всем пока.